жизнь. Да? В театре, да, вот просто, просто великолепное. Все ярко, красиво. Софиты, цветы, да. Поклонники, знакомства интересные. Сами не понимают, что все мы здесь рабы. Публике с потрохами принадлежим. А вам как здесь по душе, мадам Жорж? Ну, конечно, мадам Жорж, конечно. А вам не кажется, что было бы лучше этот вечер провести в обществе мужа и малыша, там носочки поштопать, супик сварить? Надо все успевать. Да-да, все мы такие, все. Все жалуемся, жалуемся, у самих это все в крови. Ладно, что ж, пойду посмотрю, как там поживает костюм нашей дорогой мадам, а то она когда своей харизмой со стула встает там, все время мятая, господи, это какой-то конвейер, она не